На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле чествовали победителей и призеров вторых европейских игр по гребле на байдарках и каноэ. Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок принимали поздравления в Гомельском областном центре Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Напомню, что Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали по 4 медали. Они выступали как в одиночных, так и в парных заездах. Кроме того, уроженки Гомельщины завоевали бронзу в заездах четверок. Ни с одним стартом не сравнить, потому что даже те же чемпионаты мира и Европы, которые ты проходишь за границей, то дома это было душевно, это было более спокойно, но в то же время и эмоционально, потому что ты понимал, что игры проводятся дома, ты не должен упасть лицом в грязь. Так как все было сделано на высшем уровне, мы должны были показать результат такой, как проводились игры. Маргарита Махнева, может, еще в силу того, что стала мамой в прошлом году, не успела вернуть былые кондиции. Ей было далековато до медали. Но во всех остальных номерах программы мы выглядели достойно. Конечно, мне очень жаль четверку, что чуть-чуть не доехала. Уступили буквально на самом финише венгерскому экипажу. И двойка 200 у нас попала буквально в штормовую погоду, и вода у них была невыгодная. Выступлением, в общем, я доволен. Хотя, скажу, если были бы другие погодные условия, вполне возможно, что мы бы выступили еще лучше. Гомельчане лучшие. В Могилеве состоялась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. Состязались юноши и девушки в возрасте 17 лет и моложе. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта выиграла общий зачет соревнований. В активе наших спортсменов два золота. Артем Малаев победил упражнение дуэлю юношей. Евгений Смольский занял здесь второе место. Даниил Кравченко и Алина Малаева стали лучшими в миксте. В упражнении «Олимпийский круг» команда девушек показала второй результат. Серебро завоевали Алина Малаева, Ирина Ромашко, Арина Шуляк-Нестеренко и Виктория Соловьева. В командном «Олимпийском круге» у юношей Даниил Кравченко, Артем Малаев, Евгений Смольский и Никита Акулин взяли бронзу. В Гомеле проходит спартакиада ДЮСШ по пляжному волейболу. На песчаных площадках стадиона «Луч» состязаются юноши и девушки 14-15 лет. За награды борются 16 пар из Гомеля, Жлобина, Мозыря, Кормы и Гомельского района. Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Эта дисциплина серьезно отличается от классического волейбола. И дело не только в количестве игроков на площадке. Игра на песке и под открытым небом накладывает отпечаток на подготовку спортсменов и тактические схемы. В Беларуси целенаправленно воспитывают пляжников в нескольких регионах, в их числе Жлобин и Мозырь. На областной спартакиаде ДЮСШ представители этих городов, а также Гомеля – главные фавориты. Именно между ними разворачивается борьба за награды. Победители и призеры областной спартакиады, кроме кубков и дипломов, получат путевку на республиканскую спартакиаду, которая со 2 по 4 августа пройдет в Молодечно. Наши спортсмены там будут в числе фаворитов. На протяжении уже 5-6 лет, что женская, что мужская команда юношей и девушек всегда в призах и победители. Вот на последние Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь команда Гомельской области, девочки-мальчики победители. Первенство Республики Беларусь, которое проходило месяцем назад здесь, в городе Гомеле, тоже победители мальчики стали Республики Беларусь. И девочки вторыми стали. Поэтому мы постоянно в призах. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».